Моя мама вот для меня пример. Ее характер, ее воспитание. Самым счастливым меня, наверное, не наверное, а точно делает то, как я просто ни с того ни с сего маме на карту бабки скидываю и смотрю на ее эмоции. Это самое счастливое. Да. Наверное, по целеустремленности, по характеру именно добиваться своих целей, я ближе к маме.